Всем привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Мы с вами едем сейчас на охоту на границу Московской и Тульской области. Это, так скажем, у нас будет такая прощальная охота по утке, которой, впрочем, может уже там и не быть. Попробуем рябчика поманить, ну и посмотреть зайчика. Да, сейчас расскажу, почему, и по зайцу тоже. Я на этот раз не один еду, там за камерой сейчас у меня напарник Илья. Илюх, ты второй раз, да, вообще на охоту уже? Да, на охоте. Это уже серьезно. Да, Илюха, да. Вот он только начинает охотиться, вы с ним еще познакомитесь. Значит, вот по погоде, ребят, сейчас едем. Вот это вот месиво, все в лицо летит, и смотрите, уже снежок. Вчера выпал такой обильный снег, и сейчас температура где-то, сейчас ноль, он показывает. Она, наверное, так и есть. Около нуля, ну, может быть, где-то там плюс даже. Но таять он не собирается. Вот почему я говорю, что проведать зайчика, еще посмотреть. Кстати, это те самые угодья, где в прошлом году мы тропили зайца Сергея. Вот. Посмотрим эти места. И по утке я хочу посмотреть. То есть охота будет с подхода, никаких чучал. У нас уже наша утка улетела, что называется, а северка, она летит, ну, очень поздно, в ночь, то есть лед такой, это когда уже совсем стемнеет, вот, шансов практически нету, на какой-то большой куш надеяться не приходится. Посмотрим водоемчики, вот, кстати, то самое озерцо, где я был весной, на открытии весенней охоты, там в походе трехдневном. Кто не видел фильм, обязательно посмотрите. Вот это озерцо проведаю. Но если, я не думаю, что там лед есть, но если как бы утки не будет, то надо выходить будет к реке. Все это идет вдоль реки Ака. Вот, там есть такие заводи. Возможно, она еще там оседает. Попробуем с напарником с подхода. В общем, время покажет. Дальше посмотрим по погоде. Конечно, она совсем не летная, но не будем загадывать. Впереди нас ждет еще 20 километров дороги. Сейчас по трассе едем неспешно. Посмотрим, что день грядущий нам принесет. В общем, это такая будет, наверное, завершающая охота у меня по утке крайняя. Вот, по рябчику еще, думаю, съезжу как-то. Я обычно где-то вот до середины ноября, рябчика жалко, они и так бедные, зиму плохо переносят, им тяжело. И все выживают. Чтобы уже так не кошмарить их до ноября, ну, может, еще раз съезжу. А дальше уже надо будет на пушнину переключаться. Все, ребят, сейчас в пути, там на месте уже будем снимать.
Сейчас, друзья, приехали на первый участок. Это то самое озерцо, оно вот там находится внизу, на котором я охотился на селезни весной. Значит, вот тогда я объезжал вот так вот, вот там дорога идет. Вот там что, кстати, полетело у нас? Да не видать сюда. Так что? А, нет, только воробьи. Нет, нет, вот там по низам прямо она прошла туда. Ну, не суть. В общем, вот так вот объезжал по той дороге. И вот в тех березках я стоял в палатках. А сейчас мы приехали. Я хочу, во-первых, посмотреть, если льда нету. Утка там обычно сидит. Сейчас попробовать с подхода. Хотя бы понять. Пошли, Люк, подкрадемся туда. На воде вроде нету. Утки я не вижу, но меня смутило то, что вот так вот сейчас пролетела какая-то вот туда вот. Так, что, я предлагаю сейчас зарядиться. Да? И потихонечку. Или тебя здесь оставить, а я вот так вот с той стороны объеду. Попробую туда вот так подъехать. А сможешь? Ну попробую. Ну если чего, давай. Заодно, да, давай попробуем. Ну вот, друзья, я объехал с обратной вот оттуда вот примерно. Вот из-за тех, вот из-за того ильника. С другой стороны, вот тут дамба это идет. Озеро за дамбой, озерцо. Сейчас я потихоньку туда буду подбираться. Видите, снег вообще. Красота. Выпал снег. Там вот еще то озеро, до которого тогда мы с братом ездили, не добрался. Туда тоже попробуем. Я оттуда откуда-то выстрел слышал. Может, это самой Оки с реки. А просторы такие прям вообще. В общем, потихоньку сейчас туда подберусь. Я не думаю, что там утка сидит, но проверить надо это место. Сейчас Илюхе скажу. Илюх, я начал потихоньку подбираться. Не, нет утки. А я вот там вот сидел, в тех кустах, на селезня, а лагерь, палатку поставил в тех березках вон. Вот, а сейчас какие-то машины, да, сюда спускались? Еле-еле потом выехал, да, он? Не, он сдвинулся нормально, выехал. А что? Они тоже на полном привете погазовали. Погазовали. Ну, в общем, вот так вот. Я вот там сидел, там чучело там поставил. Хороший там. Да, и такие вот там вот прям, вот эти ивник, поросль. Прямо естественное укрытие. Я еще сеточку там натянул. Вот. И потом манил, вот он отсюда сел тогда и прям поплыл ко мне туда. Одного я взял селезню. Ну, утка тут была раньше.
Вот так вот сидели, прям я когда подъехал тогда с братом первый раз, так сидели, прям тут стая была. Ну ладно, все, видишь, ее мороз отсюда выдавливает. Да, выдавливает и скорее всего куда-нибудь на реку. Ну да, а к реке стоячая, там и пища побольше. Ну да, и к реке. Вода текущая. К реке мы, не знаю, подберемся, нет, но попробуем. Вот, а тетерева я тогда смотрел, вот так вот, вот в тех, примерно в тех березах я стоял, вот там вот сидели, прямо на березах. Там вот за тем лесом, в лесу прямо скит находится. Вот, ну, скит, видел, это что значит? Скит, ну, типа этот, не храм, а как сказать, церковного, церковь, скит. Ну, монастырь. Понятно. Вот. Там вот смотрю, прям, видите, в рясах ходили попы оттуда, а через лес. Да. Он прям в лесу там, и там тетерева сидели. Еще давайте скажу про место. Ну, это вот приокские просторы. Вот там вот зеленуха идет, там как раз морковь. И вот там вот мы с Серегой зайца тропили. Тогда, когда я взял зайца из-под чужой собаки, отдал его. Вот там фильм у меня выложен, тоже посмотрите, если не видели. И вот туда идет вот эта грунтовка, по которой, наверное, я на паркетнике не проползу. Но туда можно пешком пройти. Вот там, где ивник, там уже река. Это будет третье место, куда мы доберемся, тоже проверим. По заводям полазим. Я, наверное, сейчас сапоги переодену, ну посмотрим. В общем, пока на кишку едем. Вот. А там как Бог пошлет. Не пуха. Ну вот, друзья, сейчас мы дошли почти все-таки к этому озерцу. Сейчас еще тут метров 200 пройдем. Там оно внизу. Я в бинокль посмотрел, вроде утки нету. Вот. Но соки оттуда, выстрелы идут. Вот. А зайцы вот как раз вот это, где зеленуха. Там и тропили. Сейчас мужики, да, Илюх, на двух этих кроссоверах сюда. Говорят, сюда типа не езжай. Вот типа вот здесь вот такое. Я бы, конечно, проехал, ну да бог с ним. Мы сейчас гуляем, у нас такая, можно сказать, сегодня просто прогулка охотничья. Поэтому ноги размять в выходной день, да? Воздухом подышать. Здоровье поправить. Вот-вот. Ты знаешь, что я думаю? Вот оно же вот такое, как кишка, колбаса, оно вот туда тянется, вот там оно заканчивается. Один с одной стороны пойти может, другой с другой. Как-нибудь так. Да, давай. Обойдем его, да, со всех сторон? Да, но оно, кишка-то сколько, 200 метров, 100 метров? Она-то? Да. Метров 300, 300? Не меньше. Это в длину, не в ширину. В длину, да. Не, в ширину оно там метров 50, наверное. До 30, да, может. В ширину оно маленькое. А что, мужики там? А ты не слышал, там не крякает? Ничего, вроде сейчас кряк какой-то был. А дай попробуем поманить. Да не, а тут-то что манить? Ну, издалека вот. Слышите? Да, а тут воды нету, она что, она же не дура. Что завес? Сейчас туда подойдем, посмотрим. Ну, гильзы настреленные. Причем довольно свежие. Петровские. Да, что это у нас? Магнум, нифига себе, кто-то тут долбил. Шесть. Шестерка, да? 6 миллиметров. 5 миллиметров. А что за номер-то? Почти картечь. По зайцу, что ли, стреляли? Магнум. Ну, это 4-0, наверное, по гусю. 4-0. Это гусь. Да, здесь гусь есть, видишь, уже гусиный, но он уже ушел. Все, гусь, если и был, то уж. Видишь, три подряд. Причем три гуся. Да. Че, можно обойти его вот так вот. Что-то разделяется? Один, наверное. Оно вот сразу, вот там начинается. Вот, да? Оно вот здесь начинается. Здесь начинается. Да. Ну, это здесь пойдет. Ну, ты давай вот тогда, может, поближе туда прям продирайся. Так, ну, уже по дороге, по азии, вот так прям прибыль, по... Да. А я пойду вот так обойду, Илюх. Ну давай так, неспешно только. Потому что у тебя есть бинокль, да? Поглядывай. Так, а я обойду, попробую. Сейчас загон устроим. Сейчас где-нибудь примерно здесь спущусь. Заодно и в бинокль гляну.
дальше. Нет, нету вроде. А я думаю, что это они по зайцу стреляли вообще. Потому что там вот эта собака, а там мужик ее еще горном звал. Это они по зайцу, наверное. И я, скорее всего, даже знаю, что это за собака и что это за дед. В прошлом году с ним виделись. Вот. Короче, утки нету тут. Возвращаемся к машине. Сейчас дойдем до машины и решим. Да, зайцы там. Ладно, возвращаемся, ребята, к сожалению. Подъем! К сожалению, утки нету, ушла она. Ну, в общем, охота — это поиск. О, смотри, налепилась. Вот, видишь? Вот я говорю, особенности костюма. Да, бог себе. Сейчас. Сейчас я тебе шарфа хотя бы сдерну. Зато тепло. Да? Походил и не мокнешь, да? Только надо синтетику под эту мембрану одевать. Не этот, не шерстяной какой-нибудь комплект термухи, а именно синтетику. А поверх уже свитер. В общем, идея такая. Сейчас дойдем до машины. Переведем дух и попробуем к оке спуститься. Посмотрим, что там на реке. Вот. Если там ничего, ну там уже будем думать. Потому что если по Рябчику, то это вот в принципе леса. Туда можно с обратной стороны прям по дороге хорошо доехать. Там где-нибудь поставить машину и пойти уже по тропам в лес. Друзья, сейчас мы спустились. Это третье место в этих угодьях, которое хочу проверить. Вот туда идет дорога. Сейчас туда две машины проехали. Одна Шнива и другая это... Кореец там. Кореец какой-то, да. Киа. Ну, вроде они проползли. Там поборолись, проползли. Я не рискнул. Я вообще считаю, что чем круче джип, тем дольше за трактором идти дальше. Трактор, кстати, там недалеко был. Вон он, да, стоит, кстати, трактор, да, если что... Не, ну а что, мы все равно же гуляем, Илюш. Конечно. У нас прогулка. Значит, наша задача сейчас полкилометра вот туда, вот до того ивника. Там овраг идет. Вот, и где-то вот так вот, там вот эти бассейны как раз. Это тоже карьера. Их, ну, разрабатывали раньше, и они затоплены. Вот там такие заводи, в принципе, утка может там сидеть. Я, конечно, не уверен. Но спустимся на реку. Ни разу там не был, друзья. Заодно и разведаем это место. Дальше уже потом посмотрим, если ничего не будет, будем уже дальше решать. Может, и тогда на Рябчика переключимся. Пойдем, Илюх? Да. В путь. Вот, друзья, косулячьи следы. То, что я и говорил, косули тут прилично водятся. Свежий. Да, Илюх? Вот. Туда шла. А что, правда, ей там ходить по полям? Вот она сюда и ходит. Где сеет? Ну да, да, кормиться ходит. Ну вот смотри, сейчас вот они, да, доехали сюда. Я сюда же и зимой доезжал. Вот смотри, сейчас тут вот овраг, затем оврагом река. Вот нам вообще туда надо идти, по идее. Там проход должен быть. Обходить овраг, да? Обходить овраг, да. И потом через него вроде должна быть дорожка туда, выход. Там такой вот как бы лесочек из этого ивника. Но это так по карте я вот смотрел. Здесь если разгонишься, то уже не остановишься. Все, я... Хорошо. А ты так же. Я тебя ловлю, если что. А ты как на лыжах. Во, вот, да, да. Так, вот теперь дальше. А, ну вот сюда и идем.
Мусора, правда, дофига, но это как везде. Ну, тут мусор такой. А, да, есть. Есть, есть. Ну, люди выпивают, бросают. Шлепок он чей-то валяется. Ох, смотри, как тут здоровско. Столик, лавочки. Юра, косули бьют. Тихо. Пулей. Ну, картечью не разрешают, пулей на загон. Да. Ну, потому что на номерах нельзя. Смотри, как тут цивильно-то все, да? Ну-ка, подожди, сейчас. Давай-ка на изготовку. Она может уже, в принципе. Так, стой. Погляди. Да, ну что, ребят, мы вышли к реке. Вот такая вот ока здесь красивая. Здесь вот такие песчаные косы. В принципе, запросто тут можно даже вот на лодке заплыть, встать, да, сюда. На вечерках. Ну, вышли, вот там вот внизу два мужика стояли, рыбачили вот так на этом берегу. Ничего, говорит, вообще пусто, но они приехали со стороны моста оттуда, от села. Вот, и говорят, что там три стаи, да, Илюха, они сказали? Они, да, три стаи по 8 штук там увидели. 8 штук сидели, да. У моста. Может, туда тогда долбануть, попробовать? Ну, поехали. Вот, сейчас еще по берегу, в принципе, пройдемся туда вот дальше. Там такие бассейны вот эти, я хочу посмотреть. Прямо вот так по этой тропинке. Ну, вот такие тут места красивые. Это даже удовольствие. Самолеты, да, летают, это... Тут летная школа недалеко. Ну, в общем, сейчас пойдем до конца уже посмотрим эти вот карьеры, бассейны. Да. Вот. Ну и в перспективе. В перспективе, да, сюда. Да, ты в бинокль глянь, там ничего не летает на фоне. Мужики вот сейчас вниз туда, да, спустились к руслу. Они спустились к руслу. Да. А мы сейчас вот так поверху обойдем тогда. Вот этот бассейн, вот я его вижу через деревья. Там вон на той стороне, да. Что-то там, вот посмотри, вот что там такое чернеется. Что это такое? Да. Вот там, на холме. Представляешь, блиндаж. На той стороне. Да, блиндаж. Может, какой-то коллектор? Не знаю, ну, может быть. Ну, открытый, разрытый, видишь, плита валяется там. Не, мне кажется, это ДОТ был все-таки в это, военный еще, времен войны. Ни черта, да? Давай ниже спустимся. А, вон мужики-то стоят. Нет, а если бы она там была? Илюх, вон они стоят, эти рыбаки, все, они бы ее подняли уже, все. Нет. Не, это все, они уже ее подняли бы. А дальше есть такие? Вон они там угнездились, вон ходят. Я вижу. А дальше есть такие? Вот такие же озерца, бассейнчики, да. Можно и вперед. Сеть пути. Такая, но она идет там километр. Еще слева двое идут. Да, еще туда. Ну, в общем, понятно. Если утка есть, они подняли. Нет, а это 2 км туда топать. Это мы так с тобой сейчас замучаемся через кусты. Пойдем обратно и туда, да, на мост, куда они сказали. Попробуем доехать. Ну все, возвращаемся. В общем. Смотри, в принципе, как бы здесь можно и весной охотиться с подсадной. Вот как раз в таких вот. Палатку прям ставить здесь. А можно и
Лето, осень. Вот, вышли мы с Илюхой к мосту этому железнодорожному. Если они, конечно, про него говорили. Потому что у меня такие подозрения, что они могли говорить про мост через дорогу. Сейчас вон нас снимут отсюда, снайпера какие-нибудь. А мы к реке-то можем выйти? Ну у нас путевки, мы к реке туда, это ж обход. Ну ладно. А к реке-то нельзя, что ли, выйти? Ну, видишь. Ну да. Ну извините, не знали. Да. Хоть кто-то будет. Молодцы. А что? Запретная зона. Видишь, мост. Мост — стратегический объект. Так что... В общем, решили, друзья, мы немножко сменить тактику. Отъехали там сзади дороги. Отъехали от дороги в лесной массив. Попробовать поманить рябчика. Вроде такие просветы уже. Небо синенького. Давление повышается. Лес вот так вот навскидку, он не совсем рябчиковый, честно говоря. Так, просто наобум, на разведку заехали. Часик походим. Может, что-нибудь и наманим. Вот рябинника я тут сходу не вижу, но тут еще дорога. Такая вот лесная дорога, там такие делянки. Вот сейчас по ним туда пойдем. Дальше. Переключились мы сутки. Не нашли мы ее сегодня. Ну, мужики, да, говорили, какой-то мост. А какой, может быть... Через этот, через трассу мост, то есть через Аку, дорожный мост. Но туда еще доедем. Вот, если туда ехать, то назад бы уже не вернулись. В общем, вот этот лесной массив мы сейчас изучим. Сейчас инструктаж небольшой. Значит, ты тогда, ты же первый раз вообще на рябчика. Кивает головой, говорит, да. Типа я ему сказал тихо, он и молчит. А сам-то я тут это разговариваю. В общем, смотри, сейчас он в основном может реагировать на самку. То есть у тебя только на самца, да, Манок? Вот. Ты натренировался там с ним, пищал уже? Ну, так себе пока. Ты продемонстрируешь. Сейчас пойдем, я буду уже налобный снимать. Сейчас Илюха покажет свое мастерство. Еле от смеха сдерживает. Ну, ладно. В общем, ты, Илюх, идешь за мной. Когда мы его найдем, он нам ответит. Выбираем где-то дерево, ну, какое-нибудь там потолще, и ты садишься рядом тоже. То есть не в сторону куда-то от меня за километр, а просто рядом. В общем, в любом случае, сейчас в лесу тихо, хорошо. Сейчас будет очень все хорошо слышно, еще воздух влажный за много-много. Поэтому идем тихо, стараемся не разговаривать, ну, так, по мере возможности. Найдем — хорошо, сядем, дальше уже будем его манить. Когда садимся, Илюх, все, ты как бы замираешь. Ружье на изготовке на всякий случай. Значит, сейчас лес придевший значительно, поэтому не заметить его будет очень сложно. Почему тем, кто только начинает охотиться на рябчика, как раз вот такой сезон очень хорошо, так как его будет видно, по крайней мере, куда он сел. Увидишь в прямом видимости, вот, близко не стреляй, он может и пешком подойти, лучше отпустить. Ну, в зависимости от того, контейнер, тут у меня контейнер, я близко не бью. То есть я бью на дальнюю, там, метров 30 уже нормально. Ты смотри сам, если как бы он подлетит, и прям ты его как бы реально срисовал, стреляй. Ну так тебе потренироваться. О, слушай, я говорю, надоел. Это не снег, это лед. Даже, может, и утка какая-нибудь сидит. Да нет, лед устал, какая-то утка.
А ведь я так подозреваю, что в принципе здесь охотиться можно. Теоретически. Давай подойдем. Ну все, вот видишь, лед уже встал здесь. Тут утки не будет, но. О, ну-ка. Что-то я не пойму. Вроде лисий, что ли. А вроде, вон копыта, видишь? Косулячий. Где? Не, это не копытное. Это не копыта. Это по следу лиса, скорее всего, шла. О, слушай, а тут болото, да. Тут болото. Калина. И вот между ту-ту старайся не рубить, а как бы вот оно идет одно за одним, то есть без перерыва. Ну, то есть вот. Да, очень близко к истине. Так. Часто они между собой пересвистываются? Они когда, вот, ну, конец августа, когда охота, сезон открывается, и начало сентября, выводками все сидят. И они могут пересвистываться между собой, даже вообще ты можешь молчать. На твой манок реагировать, но не подлетают. Вот, так что здесь даже мужики пробуют с подхода подходить. Они высоко-высоко сидят где-то в ветвях, ты их просто не видишь. Ну, не на выстреле. Это надо приходить очень-очень рано, вот как на утку практически. Когда ты только еще силуэты деревьев видишь, вот тогда да, у них как бы такой перекличка начинается. И есть шанс, что ты зацепишь какого-то из них, тогда может подлететь. Потом все, они будут пересвистываться между собой, с тобой, но не подлетят. Если речь уже идет там о середине сентября, ну вот когда такая уже начинается классическая охота на репса, вот, могут тебе ответить два, могут даже три. Вот как у меня фильм был, ну, один из последних крайних фильмов на Рябчика. Не знаю, смотрел ты, нет ли? Начало и конец? Вот, ну да, вот в конце, как бы, там я нашел место, где их отвечало штуки 4, плюс самка. Вот надо подходить, стараться к наиболее ближнему, у которого ты слышишь, иначе так они и будут между собой. Причем, вот я, да, и тогда он к тебе, уже на тебя будет реагировать. Вот тот-то он вообще облетел, как бы, да, помню. По кривой такой облетел и обратно вернулся. А я уж когда он перелетел, я думал, все, хана, неа, он вернулся. Ну, это, видать, я его прям место занял. Они вообще территории делят, ну, на такие условные квадраты назовем. Вот, и как бы контролируют эти территории свои. Птица любопытная, рябчик, а вообще, в принципе, эти деревины, они такие, ну, осторожные все. Рябчик, он будет реагировать, ну, какой там... Интересно, петушок залетел на мое место и будет пытаться с ним вот как-то
его оттуда выживать. Вот. Поэтому как бы вот тут и есть шанс, что он подлетит, он тебя ищет. Поэтому, когда уже близко, ты слышишь, вообще я вот замолкаю. Потому что он уже тебя ищет, все, он где-то тут. Когда ты слышишь его близко, и вот он вдруг прекратил, ты тоже все, сиди, жди. Должен подойти или перелететь. Подходят они, вот подходят они довольно шумно. Я вот сколько слышал, вон прямо они так это, слышно. Ну, не ветки, конечно, хрустят, но, в общем, ты услышишь. Ну ладно, сейчас, в общем, поедем на другое место. Это вот я вообще не знал. Здесь первый раз, но вот нашли такую болотину, в принципе, утиную, я бы так сказал. Весной можно с подсадной сюда. И проехать, в принципе, можно. Вот. А сейчас поедем, еще пока есть пару часов, на рябчиковое место. Ну тоже рябчиковое. Это так... коллеги-охотники говорят, а там как пойдет. Приехали мы, друзья, в другой обход этих же угодий. Вот здесь уже лес такой, прямо-таки скажем, рябчиковый. Вот ельник, молодой есть подрос. Вот. Сейчас уже люх поинтереснее должно быть. Хотя все, видите, все тает. Снег тает, все капает. Птицы, ну вообще зверь боится вот такой погоды. Это я тебе так скажу, просто по опыту. Зверь не любит, когда вот так вот капает. Он не слышит окружение. Вон, смотри, какие муравейники. Красота. Здесь бор прям такой. Прямо-таки вот. О, очень мне нравится. Все, сейчас идем. Нашли вот такую лесную дорогу, довольно широкую. Пока по ней идем. Дальше уже, если где-то откликнется, будем... смотреть, куда смещаться. Второй выше должен быть. Или ниже. Первый вот самый высокий. Тихо, не кричи. В лесу вообще, Илюх, никогда не кричи. Смотри. Если на самца не будет, я самка. Ураганом заваливал. Видишь, они куда-то ездят. В угоде-то ездят. Вот когда лес такой редкий, как здесь, он не очень любит, поэтому, ну, вот все, кто только начинает, да, стараются выбирать вот такой лес, чтобы было якобы, ну, открыто, видно, а он боится подлетать. Копировать эти пташки. Лес тут такой прям живой, разговаривает. Давай самцом
Попробуй. Показывай, чему ты научился, чему тебя. Ну, угловато, но ничего, уже лучше. Да, там вроде бы все, лес кончается. Это она через поле идет. Да можно вернуться, в принципе, и туда дальше доехать, прямо на машине. Сейчас посмотрим. Давай выйдем туда, посмотрим. Это ты, да? Ответил Рябчин, друзья. Он два раза он ответил на самку, как я и предполагал. Потом, видать, там охотники приехали на машине по куропаткам, наверное. Но по полю они ходили, начали хлопать дверями, там шуметь, подшумели его. Вот, а ответил примерно вот с этого квадрата где-то. Там вот кромка леса уже идет и поле. Вот, один. Одиночка ответил. Сейчас они парами уже, наверное. Сейчас обратно так и пойдем. Будем еще пробовать манить. Время 4. Уже к 5 часам уже будет темнеть. Поэтому потихоньку возвращаемся. Ну, у нас сегодня ознакомительная такая. Вот Илюха первый раз на Рябчике. Хоть услышал его. Вот с угодьями познакомились. Нашли. Уже хорошо. Это тоже, друзья, неотъемлемая часть охоты. Вот. Разведка новых мест. Такой как бы задачи вот я лично сегодня что-то добыть вообще не ставил. Погода вот это все портит. Снег нападал, сейчас все капает, тает, падает. Сидишь под елкой, как бы прям слышно, как будто он идет. А это все капель идет. Илюха практикуется, у него уже неплохо довольно получается, я смотрю.
уже может вполне и сам ходить. Только тебе еще на самку манок надо. Сейчас они будут этого сам, на самку реагировать. Жировка какая-то, видишь, они там, ну, на роли. В лохах что-то ищут, жучков там, кучков всяких. Ну, сейчас сложно, я вот по такому чернотропу. Старым живем. Да, да, это не свежак. Пойдем посидим, чай попьем. Вот скворечник. А вот Илюх, как дерево, да, интересно, сосна. Вот это вот, видишь, изогнутое. То есть росло прямо, потом его, видать, обломало. Вот, а эта ветка пошла из него, то есть она должна раздвоенной такой. Вся сила пошла, и вся сломала, вся сила пошла. В нее, да. Как деревья обрезать, там уже в принципе. Да, 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 да. Ну интересно, вот природа сама регулирует. Да, вот там вот что-то такое прям наверх прилетело, я слышал. Прям, может, показалось, конечно. Типа глухаря вообще. Я не знаю, есть ли тут глухарь или нет. Ну такой прям. Мощное что-то. Илюха, это ты что ли свистишь? Это ты там свистел? А я тебе свищу. Слушай, у тебя натурально получается. Не, а я прям думаю, как Илюха-то там сзади где-то шел, думаю, как он там-то оказался. Ты что, туда вперед прошел? Офигеть, ну точно ты оттуда, да, свистел? Я уже все на изготовке. Уже все, сейчас думаю, слушай, щемится, точно, блин, рябчик, вообще как лось, думаю, совсем здоровый. Я уже батарейку поменять успел. Охренеть. Не, а что, издалека натурально довольно-таки, да, да, хорошо, хорошо, прям молодец вообще, супер. Я просто пришел по камке пройти, посмотреть. Ну? Бабки снегиря, блин. К снегири, да? Все, прилетели. Да. Обломала тебя. Ну, я прям, я думаю, подожди, я рюкзак же там еще бросил, вон валяется. Че думаешь, я ж пошел туда, все. Думаю, ну все, нафиг, рябчик отвечает близко. Думаю, ну Илюха, молодец вообще, парень, затихарился там где-то в этой, ну в этом подросе вот там, сосновники. Думаю, сидит, все, короче. Блин, а во облом. Не, у меня такое, правда, было, я тоже с одним охотником долго пересвистывался. И тот, главное, я думал, вот засранец не подходит, я к нему поближе. Я к нему поближе. А ты мне прямо отсюда? Я вот, я сперва здесь услышал, потом начал подходить к нему. Блин, слушай, ну натурально. Ну что, друзья, возвращаемся обратно к машине. Сейчас, если время останется... Доедем еще на один карьер, знаменитый тут, в этих окрестностях. Знаменитый он тем, что весной там гусь садится на эту воду. Вот. Ой, прошу прощения. А
Так там и утка бывает. Ни разу там не был. Если сейчас еще более-менее видно все. Вот, попробовать. Туда что-то это было. Нет, пташки. А попробовать туда съездить. Не, рябчик тут есть, но в такую погоду это не вариант. Но тот ответил на самку. Ну да ладно, бог с ним. Угодья здесь, леса такие дремучие. Здесь бор прекрасный. Вариантов, куда поехать, много. Вот это место запомнили, это очередной опыт. Подморозит чуть-чуть, вот минус такой будет, минус 2-3. Можно приезжать запросто. И по снегу тоже в том числе. Всего-то не изучить за один день. Ну что, друзья, мы уже выехали с лесной дороги на обычную, вот, асфальтированную. Она проселочная, но хорошая. Едем через угодье. Лес справа, слева лес. В общем, здесь, конечно, замечательно. Здесь мы видели и норой, и кабана. В общем, здесь дичь есть, это определенно. Мужики там по куропаткам, видимо, ходили. И даже слышали мы рябчика, два раза он ответил. Но у нас такая как бы разведка, прощание. Вот я думал, что сегодня мы попрощаемся с уткой. К сожалению, там, где она, по идее, должна была сидеть с подхода, там ее вообще не было. Вот сейчас остается еще одно место по сегодняшней нашей программе. Еще, в принципе, светло. Вот, которое я бы хотел тоже посетить. Это такой большой карьер, на котором даже, по-моему, и сейчас ведется разработка. В принципе, если мы успеем до темна туда, то туда можно попробовать. И там с него выход какие есть. Вот, теперь я, Илюх, хотел у тебя вообще спросить. Вот у тебя сейчас, ты же первый раз в лесу, Порябчику. Как у тебя ощущения от прогулки? Юрий Юрьевич, ощущения от прогулки двоякие. Давай. Значит, с одной стороны, убедился, что в лесу в этом есть дичь. Там действительно были норы кабана, да, следы лисицы и натовидные собаки. Но, да, с другой стороны, все-таки погода плохая, много снега падающего. Тает все. Тает все. Капель. Да, вроде как он отозвался. Весна, и, да, весна. Да, отозвался, но, да, вяло. Но вяло, да. Поэтому вроде как и, ну, там хорошо, что дичь, а вот, есть. А вот посмотри, да, туман такой уже ложится, обалдеть. Вот там справа, да. Ну, уже, да, все испарение пошло, да, сейчас, да, уже, да, будет, да, холодать. 2 градуса сейчас показывает. Ну, извини. Ну, 4-4 обещали сегодня. Ну, ну да, ну, да, примерно. В принципе, уже скоро закат, поэтому сейчас уже, да, будет, да, холодать. Да. Да, погода, я вот сразу, я говорил еще в предыдущем фильме по Рябчику, погода не рябчиковая, так скажем. И вот эта вот капель, да, постоянно падающий снег с веток, тает все, она и вносит тоже свою определенную лепту не в положительную сторону, так как он боится, он просто боится, понимаешь, куда-то перелетать или что-то. Он будет, может, отвечать на месте вот, где-то. Вот просека вот это вот. А, да, вот еще, ну, это, да, вот, да, лэп. Да. Дальше нужно по спутнику просто посмотреть, где лес поглубже, и туда заглубляться. Потому что мы-то с тобой ходили вот до поля того, и выход к дороге, там всего лишь 0,5 километра, да, получается, не больше. В общем, да, мужики эти, рыбаки, непонятно куда пальцем тыкнули, какой-то мост через реку, где там, куда, чего съезд. В общем, мы на это плюнули. И сейчас поедем на вот эту вот карьер этот, да? Его в простонародье Цимлянский называется карьер.
Кто знает, тот меня поймет. Особенно местные охотники. Ребята знают, с коллектива тоже. Это место. Вот, соответственно, все. Больше на сегодня у нас как бы программа выполнена. Но я думал еще по зайцу. Ну какой заяц? Тут все тает. Нет, сейчас мы точно ничего тут с тобой не натропим, Илюш. Это надо, когда снег устаканится. Пойдет такой, знаешь, хороший, ну, минус 5, вот до минус, отлично прям ходить. Одеваем маск-халаты и пошли себе. Еще снег не будет таким глубоким, будет вполне комфортно без лыж там полазить. Ну, к сожалению, друзья, так получилось, что когда мы приехали с Ильей на этот карьер, Цемлянку, мы не учли один такой момент, что путь туда лежит через железную дорогу, через переезд. И вот встав на этом переезде, прилично так потеряли времени. К тому моменту, когда мы туда приехали, уже достаточно стемнело, практически ничего не было видно. В бинокль я заметил на таких выступах от воды, как бы таких косах, вот на их краях сидели пару-тройку уток. Но так как было уже темно, туда просто было не подобраться, то есть непонятно, как подобраться. К сожалению, на этом наша с ним охота и закончилась. И мое прощание по утке. Что я могу сказать относительно этой поездки? Несколько слов хотел бы вот сказать, мое впечатление. Во-первых, ну вы заметили по моим фильмам, друзья, что в основном я езжу один, то есть я сам одиночка. Вот, предпочитаю охотиться один. Соответственно, как бы для меня это новый опыт, когда я охочусь с напарником. Нет, что касается коллектива, да, я имею в виду загонных, допустим, охот. Это коллектив, это понятно. У нас как бы давно традиционно сложился уже коллектив. Причем я состою и в обществе обычном, да, так скажем, гражданском, и в военном охотничьем обществе. Там два разных коллектива, вот и там я периодически езжу на эти мероприятия охотничьи. Там совсем другое дело, а вот что касается утки, рябчика, там, зайца, опять же, я всегда охочусь один. Поэтому для меня это такой был, как бы, новый опыт. Заметил за собой, что немножко теряется концентрация, то есть парень Илюха, он такой отличный, он охот минимум сам проходил, хотя сейчас его отменили, он сам его изучал. Вот, то есть подходит к охоте вообще, к поиску он серьезно, что мне очень понравилось. Поэтому как бы вот на просьбу его, да, я откликнулся свозить его куда-нибудь там хотя бы погулять, посмотреть угодья. Я откликнулся, в принципе, с удовольствием, и вот эта поездка, она абсолютно для меня прошла комфортно. То есть мы о многом общались, он спрашивал, он интересуется. Что я знал, я ему рассказывал. Вот. Так что вот такой опыт, в принципе, я считаю, что вполне себе нормально для меня. И там на будущее, если парню будет интересно дальше заниматься охотой, я его также буду приглашать куда-то, брать с собой, показывать. Вообще считаю, что вот, ну, мы такие, да, охотники, привыкли, конечно, наработали себе места, ездим, но опытом все равно надо рано или поздно делиться. Вот у меня сынишка еще маленький совсем, еще 3 нету лет, поэтому пока он там еще сообразит, да, потом неизвестно, как его там, ну, вообще, захочет ли он заниматься охотой, ездить со мной куда-то, понравится ли ему, будет ли ему любопытно, интересно. Вот, но опытом надо делиться, друзья. Поэтому, как бы, почему бы нет, да, как говорится. Вот будет еще какой-то выезд, я его с собой приглашу, если у него будет желание, поедем вместе. Теперь касаемо немножко вот самого этого дня. Такой получился довольно насыщенный день. Мы натопали, будь здоров, конечно. Проверили такие 3 места. На 4-е вот этот вот мост мы так и не поняли, куда. То ли железнодорожный, то ли автомобильный. В общем, как вы видели, да, получилась такая интересная, забавная ситуация, когда мы, значит, прошли, а мост вообще, мосты стратегические объекты. Я подозревал, что там будки вот эти стоят не просто так, сторожевые. Да, и там как бы дежурил, ну, какой-то ВВшник, наверное, или просто железнодорожник, который нас так вежливо попросил оттуда уйти, дескать, запретная зона. И правильно сделал, в принципе. 2 мужика с ружьями.
Хотя, в принципе, этот квадрат, я потом по карте еще посмотрел, он входит в обход. Так что, по сути, как бы, с точки зрения охоты, мы ничего не нарушили. Но мы ушли, не стали там с ним спорить, как к воде выходить. И бог с ним. А вот с цемлянкой получилось вот так вот. Я еще обязательно туда съезжу, наверное, уже в следующем году. А в этом году все. По утке это была крайняя такая вылазка. Она у нас уже улетела с наших краев. Вот, сейчас на реках где-то там еще она сидит на проточке. И местная такая, помоечная, я ее ласково называю, сидит на водоемах, куда идут какие-то сливы, там с микрорайонов, да, где вода вообще зимой даже не замерзает. Вот она там сидит, это городская утка, это не наша, не охотничья утка. Вот, поэтому как бы по утке у меня сезон закрылся. Впереди еще, я так думаю, что... съезжу несколько раз на рябчика, проведу его. Вот. Также у меня сейчас предстоит, тут мне как раз, кстати, с военного охотничьего общества позвонил такой хороший мой товарищ, он тоже военный, офицер запаса, пригласил поохотиться на зайца, погонять зайца там с гончаками. Там это граница Московской и Смоленской области. Уже, я так как понимаю, по-моему, к Смоленской области относится угодья. Пока еще не изучал, в общем-то, я предварительно согласился. Поедем небольшой группой. Вот, кстати, Илюху можно будет туда, наверное, и позвать. Как получится, друзья. Ну, будет что-то показать, покажу обязательно. Вообще, я как бы, ну, так долго раздумывал, стоит ли выкладывать такие фильмы. Этот фильм получился довольно длинный, как вы видите. Вообще, у меня фильмы не короткие, прямо-таки скажем. Что касается теперь вообще вот этого Ютуба, да, всего... тенденций. Раньше, вот как я смотрел, как бы YouTube любил короткие такие короткометражки. Там 25 минут это максимум, да, 20-25 минут. Теперь я заметил, что даже вот охотники, там коллеги мои, да, те же видеоблогеры выкладывают более длинные фильмы. Люди с удовольствием смотрят, оставляют такие позитивные комментарии. То есть, в принципе, тенденция... тому, что YouTube полюбил такие более полнометражные фильмы, более такие взвешенные. Вот, может быть, да, я набираюсь тоже опыта. Поэтому извините, если как-то где-то затянуто получается, это, ребят, не специально. Просто хочется вам передать вот всю атмосферу, да, наших там приключений, моих поездок, что происходит вокруг, что в угодьях, какие у меня вообще мысли, переживания, чувства возникают. Поэтому не всегда получается вот ужать это все в какие-то компактные размеры по времени фильма. Также я вообще природу очень люблю. Если заметили, я стараюсь фильмы делать, ну, такие, так скажем, с любовью к природе, чтобы показать какое-то мое настроение, мои отношения. Удается, нет, это не мне судить, а это вам судить, друзья. Вот. Поэтому как бы плюс такие еще зарисовочки природы, они тоже какую-то часть времени отъедают. Ну, не обессудьте. Вы напишите в комментариях там под фильмом вообще. Может быть, мне не стоит такие длинные фильмы выкладывать, где нет трофеев. Вот, я еще раз повторюсь, да, охота любая – это поиск. То есть, вот, когда приезжаешь, некоторые места я где-то знаю примерно, некоторые я вижу впервые. Поэтому те, кто действительно вот охотится, изучают, ездят, не сидят, так скажем, на месте, те меня поймут, я надеюсь. По графику, да, если можно так сказать, в этом году до конца декабря я планирую еще по рябчику съездить и попробовать потропить зайца, когда снег выпадет и довольно-таки уляжется уже, то есть он не будет вот этих перепадов межсезонья, где-то устаканится такая примерно минус 3-5 температура воздуха, когда можно будет спокойно уже видеть след, довольно-таки комфортно ходить тропить зайца без лыж. Вот тогда мы на морковь, там на капусту съездим, посмотрим зайчика. А еще у меня в планах, наверное, это уже там, может быть, туда на следующий год, там январь, а может быть и в этом еще году получится, все-таки хотел бы попробовать съездить на бобра. Я пока ездил, бобровники я так подмечал, в фильмах вам я особо не показываю, но для себя я всегда замечаю места, фиксирую их. Нашел я пару таких интересных мест, бобровников, с такими даже прямо-таки классическими плотинами бобровьями, где, в принципе, можно засесть,
попробовать поохотиться на бобра. Ну, про бобра отдельная тема, она мне очень интересна. Я постараюсь выбраться на охоту на этого зверя и посмотрим, что из этого получится. Да, друзья, несколько слов хотел бы добавить вообще по этому сезону, по утке. Вот как у меня получилось. Очень рваная погода, очень рваные условия были по погоде. Поэтому в этот год я бы так сказал, что у меня охота по утке довольно скудная. Такого серьезного куша, что называется, мне не довелось как бы, да, добыть. Поэтому были отдельные моменты интересные, были такие промахи досадные, но это со всяким случается, я на этом не зацикливаюсь. Но по утке было в этом году плохо. Я общаюсь с охотниками, с ребятами, в общем-то картина примерно у всех одинаковая. С природой кавардак в этом сезоне, и как бы дичь тоже подстраивается под природу, поэтому, к сожалению, вот так вот. Не очень-то удачно в этом сезоне, но да бог с ним. Традиционно хочу пожелать вам большущей удачи в жизни, на охоте. Ни пуха вам, ни пера, ни рогов, ни копыт. Ну и до встречи на охотничьей тропе, друзья. Всем пока.